Здравствуйте, коллеги! С вами вновь Андрей Погодин. По стране сейчас ходит грипп. Я вот только недавно стал выздоравливать и решил записать для вас ролик про аквет для магазина разливного пива. Кто-то из вас скажет, ведь это все просто. Зашел на сайт, выбрал нужный код, указал его в налоговой и все. Да, ничего сложного в этом нет, но вы не поверите, мне чуть ли не каждый день задают вопрос про этот аквет. Такое ощущение, что людей в Яндексе забанили. Сегодня я вам так и расскажу, какие акведы нужны для магазина разливного пива и на что они влияют. Для начала, аквет – это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Проставляют их при регистрации ИП. Акведы бывают основные и дополнительные. Основной аквет вы указываете один, дополнительных может быть много. Они как бы уточняют вашу деятельность для налоговой инспекции. Выбрать нужный аквет вы можете на сайте aqued.rf. Если у вас просто пивной магазин, вам подойдет основной код 47251. С ним вы можете продавать не только пиво, но и пивные напитки, а также различные коктейли. Если же у вас будет только пиво, можно уточнить этот аквет до 47251. Теперь рассмотрим вариант пивного бара, то есть общепита. Здесь подойдет основной код 5630. Коротко, это подача напитков, но подробнее этот код расшифровывается в том числе как деятельность пивных баров. С основными разобрались, теперь дополнительные. Во избежание вопросов налоговой вы можете указать вообще все коды, которые вам подходят. Но для пивного магазина и пивного бара вполне подойдет 1.47.11.2. Этот код показывает, что вы будете также торговать снеками, рыбой, лимонадами, соками и сигаретами. Еще мне часто задают вопрос, а можно ли совмещать виды деятельности? Да, конечно. Вы можете торговать пивом в одном магазине, а в другом, например, одеждой. Просто укажите дополнительный код для нее. Налог, например, в миненку, вы считаете по основному коду деятельности. И в случае с одеждой он будет меньше. Надеюсь, я внес для вас ясность про аквет для магазина разливного пива. Подписывайтесь на мой канал и ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео. И больших проливов вам, господа!